Добрый день! Канал «Давай поговорим». Я сегодня отправляюсь в город Ляйте и вас приглашаю с собой. Осень чувствуется всюду, в парке, роще и в лесу. Своей щедрой рукою всю раскрасила листву. По ветру она трепещет, обольщает красотой, заставляет любоваться золотой своей листвой. В ярких платьях все деревья обновленные стоят. Как красиво, чудо осень, и красив ее наряд.